Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а именно сегодня, ребята, мы с вами возвращаемся в рубрику «Операции в Майнкрафте». Кто не помнит, ребята, то мы уже успели сделать операцию аниматроникам и также операцию черепашкам-ниндзя. Сегодня, ребята, мы будем делать операцию одному из супергероев. Да, ребята, поэтому, если вы хотите видеть больше операций, больше серий с данной рубрикой, то, ребята, не забываем ставить большой палец вверх. Как только мы с вами наберем 7000 лайков, я сразу в первую очередь выложу карту, вот эту карту в описании, и вы сами сможете поиграть и также пройти уже следующие уровни. Поэтому, ребята, 7000 лайков, и я также сразу выпускаю новую серию с операциями, если вы, ребята, этого, конечно, очень хотите. Также вы сами можете предлагать мне, кому мне делать операцию в будущем, ребята, любому вашему любимому герою. Я не знаю, с каких-то мультиков, там Gravity Falls, любые супергерои, ребята, герои из каких-то ваших любимых игр, кино, ребята, все, что вам только придет в голову. Пишите в комментарии, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию. Да, и также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И, конечно же, делитесь этим видео со своими друзьями и пишите комментарии, как я уже сказал. На самое интересное я буду отвечать и также воплощать ваши идеи в жизнь, да, на этой карте. Поэтому, ребята, сейчас мы будем приступать и начинать делать операцию. Сейчас увидим кому. Сейчас, ребята, увидим кому. Так, доктор Стив, ребята, что нам выпало в предыдущей серии? У нас есть боевой ножик, который наносит 5 урона. Давайте мы посмотрим. Вот он, ребята, боевой ножик. Но в предыдущей серии мы выбили биту. Вот. Бита, которая наносит 6 урона. Поэтому, ребята, мы, конечно, сейчас будем всех убивать и искать приключения с битой. И вот, ребята, как только мы начали с ней разговаривать, нам дали какой-то квест. Мы сейчас посмотрим, что это был за квест. Но что она нам говорит? Привет, Эдисон, с моим парнем Спайдерменом случилось несчастье. То есть мы уже знаем, кому мы будем делать операцию в этой серии. После битвы с зеленым гоблином он получил множество повреждений, и у него закончилась паутина для следующего боя. Гоблин запустил на него какой-то странный вирус, который не дает паутине попасть в раздатчик паутины. Найди паутину и расставь ее так. По 12 штук в раздатчик в каждой руке и 20 паутин в раздатчик в груди. Сможешь ли ты помочь ему с этой проблемой? Мне кажется, ребята, то, что мы, наверное, справимся. Наверное, справимся, если сейчас возьмемся за это задание. Да, я тебе помогу, Мэри Джей. Вообще, спокойно, спокойно, спокойно. Главное, чтобы ты потом нас как-то, ну, нормально так отблагодарила, да? Ты поймоняешь, Ух, так. Суп! Я не знаю, почему у него паутина делает между ног. Что он нам хотел себе приклеить? Ну да ладно, ребята. Наш пострадавший Спайдермен. Как же тебя потрепало, Спайдермен. Ну да ладно, давайте, ребята, мы будем приступать к самому заданию. Давайте покушаем изначально. И нам нужно найти 12 паутины, чтобы поставить в левую руку, и 12 паутин для того, чтобы поставить в правую руку. И потом 20 паутины, чтобы поставить... О, так. Я уже паука мало того вижу. И... Нифига себе, я так упал и наткнулся на нифиговенький такой сундучок. И, кстати, мы нашли одно железо. Что мы потом сможем с ним сделать, мне так интересно. Ну да ладно, вот, раз... Да, раздатчик паутины. Значит, у него тут есть какой-то раздатчик в груди. И по два раздатчика у него есть в руках, как я понял, да? Вроде да. Поэтому, ребята, 12 паутины в каждую руку. И 20 паутины вот в этот раздатчик в груди. Но нам еще нужно найти два раздатчика, которые будут где-то в руках. Если я хорошенько понял. Вот. Так, не очень хорошо я попал. Ну, я уже вижу пауков, я вижу раздатчик. Пожалуйста, не нападайте на меня. Я же сказал, пожалуйста, уйдите. Сколько же вас тут... Так, одного убил, и там, кстати... Так, пожалуйста, у меня не очень много так жизни осталось. Пожалуйста. Да твою... Мы вернулись. И, кстати, с них деньжата какие-то выпадают. Да, вот, смотри, деньжата выпали. У нас есть уже 18 баксов. И также, ребята, с них выпало еще 2 железа. Значит, что-то мы потом с этого железа сможем скрафтить. Мы уже себе, по идее, можем скрафтить меч. Только верстака у нас нету, к сожалению. Но, может, мы потом сможем скрафтить что-то другое. И что с них, ребята, еще выпало? Как я вижу, что-то... ничего. А где нам тогда паутину найти, раз них ничего не выпадает? Вот это мне очень интересно стало. А может, паутина будет где-то... А может, в другой руке будет паутина? Давайте, ребята, проверим, что у нас в другой руке будет. Опа, так. Я тут, кстати, тоже вижу какой-то спуск. Ну, что-то мне стрёмно туда прыгать, но нужно, ребята. Выпустите! Я не хочу смотреть какой-то снежный паук. И он какой-то огромный.
Нифига себе, он меня лупанул. Так, иди сюда. Я надеюсь, что с него выпадет что-то полезное, потому что он выглядит как какой-то мини-босс, да? И мы выполнили квест. Мало того, что у нас за квест, кстати, был. Паук. Нам нужно убить 4 паука. И мы, кстати, их убили. И вот паутина выпала. 24 паутины. Значит, по 12 паутины в каждую руку. 3, 6, 9, 12. И сейчас нам нужно вернуться в авто... О, кстати, что... Так, как-то слишком много дропа, Нам выпало еще 2 бакса, и нам выпало 16 шурикенов. И вот сейчас, ребята, давайте мы также сюда расставим 12 паутины, и первую часть задания мы уже выполнили. Кстати, что я там вижу? Глист Спудермена. Спудермен, у тебя глисты есть. Как не стыдно, Спудермен. Но, раз вот это так, то что нам... Что нам дальше нужно? Вот тут у нас какая-то паутина. Ну, я ее не смогу никак забрать, потому что нам еще нужно 20 паутины, чтобы разместить их вот тут, в этом раздатчике в груди. Кстати, ребята, у нас тут есть еще какая-то нафиг паутина. Я не знаю, что это означает. Может, это нам для следующего задания, фиг его знает. Да, но, о, кстати, кровь. У него половины глаза нету. И как я понял, это типа у него маску как будто... Ну, как вы поняли, ребята, сорвали половину маски, и у него не хватает... половины лица, то есть вот это лицо, а нужно, чтобы маска прикрывала вот это лицо, потому что Спайдермен же не раскрывает свою личность, да? Ну вот, ребята, тут я вижу почему-то очень много крови, что бы это означало? Вдруг там реально что-то будет? Опа! Нифига себе! Так, я вижу один... куда-то мы, ребята, куда-то мы что-то да мы нашли. Кстати, паутина! Вот смотри, что я нашел! Значит, так, мы нашли, ребята, склад паутины у него просто-напросто в башке. Поэтому нам нужно, сколько нам паутины нужно? Нам нужно 20 паутины, да? Потом кинуть ее вот сюда, в этот раздатчик в груди, да? Поэтому давайте, ребята, мы быстренько добудем вот эту всю паутину, что у нас тут есть. Ага, вот это все. Тут. И... Тут. Нет, вот тут паутины нету, тут есть какая-то книжка зачарования на Fire Aspect 2, то есть урон огнем. Кстати, а может мы потом сможем скрафтить наковальню с этим железом и зачарить нашу дубинку на огонь. Будем фигачить дубинкой и будем поджигать жопы нашим врагам. Круто. Очень круто, только я не знаю, где нам достать последнюю паутину, я же вроде все посмотрел. Вроде все. Тут тоже ничего нет. О! Вы видели, ребята? Смотрите внимательно. Открываю сундук, закрываю. И паутина. Вот, она где... Ах ты, как она спрятана была за вот этим сундуком. Я, если честно, если бы я вот этот баг не увидел через сундук, то я бы, если честно, ее даже не смог заметить. Но да ладно, ребята, давайте мы возвращаемся вот сюда, в наш раздатчик, и ставим сюда 20 паутины, которую, ребята, мы только что нашли. И это круто, потому что мы помогли нашему Спудермену. Давайте сейчас мы будем возвращаться к Мэри Джейн и скажем то, что с ее парнишей все в порядке, чтобы она больше не беспокоилась за него. Иди сюда, Мэри Джейн, ты где, вот. Спасибо за помощь! Опа! Что нам дали? Может, немного баксиков и... Да, баксиков и также яблочек для того, чтобы мы кушали. Что мы можем купить за 18 баксиков? Кстати, ребят, смотри, мы за 1 бакс можем еще купить 5 шурикенов. И за 20 баксов мы сможем купить какой-то золотой посох. Ну давайте немного поэкономим, насобираем и потом прикупим. А давайте еще раз сейчас посмотрим, есть ли у Мэри Джейн для нас еще какие-то задания. Ну что, Мэри Джейн, что ты нам еще предоставишь? Как видите, мы получили еще один квест, который называется костюм. Как ты заметил, у Спайдермена было разодрано все лицо. Он больше не может скрывать свою личность. Ну, в принципе, о чем я и говорил. Ты должен помочь ему зашить его костюм. Найди 3 тайника с тканью и нитками. И помоги ему зашить и восстановить его костюм. Следуй за паутиной. Так, может, это случайно... Так, ладно, спасибо тебе за подсказки. Это не вот это случайно паутина? Вот это и вот это. И нам нужно найти 3 тайника. 3 тайника с паутиной. То есть, смотрите, вот тут, если я хорошенько полагаю, это первый тайник. Да? Пожалуйста.
Да, вот это первый тайник. Первый тайник с паутиной. Не с паутиной, а с шерстью, да? 999. Где бы нам его восстановить? Иди сюда, иди сюда, не вот этим ломаем. Вот так, как бы нам вот эту кровь убрать, а? Кровь. И куда бы нам еще поставить? Вот, допустим, давайте, ребят, поставим вот сюда. Вот сюда, и, нет, не сюда, а вот сюда. Это заберем. Так, куда бы еще поставить? Давайте, мне кажется, нужно идеально делать, как и с этой стороны, да, чтобы вот так смотрелось пропорционально. Вот сюда, сюда поставим. Сюда. И у нас, в принципе, больше... Нет, еще вот тут есть. Еще, ты куда, да, куда я опять упал? Куда я упал? Вот сюда. Сюда еще нужно поставить, и мне кажется, что еще куда-то вот сюда, да? Мне кажется, так. Больше вроде ничего не хватает. Вот тут не хватает, глаз не хватает, и вроде все. И вот тут, мне кажется, еще немного не хватает. Да, поэтому давайте, ребята, будем искать следующий тайник, который у нас был где-то вот тут между ногами. Посмотрим, ребята, что у нас тут такое. Только давайте я быстренько опять сбегаю и включу день. Опа-на, и ребята побежали дальше. Посмотрим, что у него там за тайничок между ногами, да? Вот так. Ну сломай, ну пожалуйста, вот так и вот так. Я вижу какие-то глисты Спудермена. Вы готовы к сражению? Глисты Спудермена. Идите, чё они всегда такие жесткие, а? Иди сюда. Идите сюда. Чё они всегда такие жесткие, маленькие заразы, а? На, одного убили. Не, о, другого убили, пирожок выпал, пирожок. Да, и мы выполнили, ребята, задание костюм. И нам сейчас, ребята, нужно найти еще третий тайник. Только давайте перед этим мы хотя бы постараемся восстановить ему лицо. Вот, один, два, и вот так. То есть, все уже практически готово, не хватает только одного глаза. И вот тут, мне кажется, да, и вот тут нужно еще немного восстановить. Как у него было, вот так, мне кажется. И вот тут еще, или нет? Да, все, то есть мы восстановили, как оно должно быть. Вот тут еще. И, наверное, вот тут. Да, вот так было. Еще один кусочек где-то не хватает. Не хватает только глаз, ребята. И смотри, что нам выпало, штаны медика. Я только сейчас заметил, что там реально какие-то штанишки выпали. И также еще шурикены и пирожок. Зашибись, зашибись, ребята. Тыквенный пирог. Так, нам нужно... О, кстати. Я сразу не заметил то, что тут что-то было. Смотрите, ребята. Паутинка. Я, если честно, даже не заметил. Но как бы нам туда добраться? Потому что вот эту шерсть нам нужно экономить. А может, мы возьмем шерсть куда-то с какого-то другого места? Где тебе не пригодится шерсть? 4, 5. И да, у нас там есть какой-то сундучок. И вот, кстати, это частицы для его глаза. Я надеюсь, что это хватит. Пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Да! И мы, ребята, все восстановили. Но я так и не знаю, куда вот этот последний кусочек шерсти красной нужно поставить. А, вот я вижу, что не хватает. Смотрите, ребята, это середина. Тут у нас 1-2 блока, а тут только один. Значит, нужно его поставить вот сюда. Вот, сейчас все пропорционально. И вот, ребята, мы восстановили ему его лицо. И ты сейчас можешь продолжать скрывать свою личность, Спудермен. Я надеюсь, что мы все прошли. Сейчас нам нужно вернуться к Мэри Джейн и посмотреть... Отблагодарит ли она нас? И как? Это самое главное. И как, Мэри Джейн? Спасибо тебе большое за то, что ты помог мне и моему парню. Чмок! Чмок — это благодарность. Вот благодарность! 10 кусков мяса и... А, и 2 кусочка железа. То есть у нас есть уже 5 железа. Мне кажется, что действительно нужно потом будет вот это потерпеть, ничего не крафтить, насобирать на наковальню и потом зачарить что-то с помощью вот этой книжки. Да, ребята, у нас есть также уже 30 шурикенов. Мы уже прям блатные ниндзя. Давайте используем где-то пю. Пю. Зашибись. Ну, жалко то, что их обратно. А, нет, могу обратно. Вернись. Как бы мне его поднять обратно. Ну, вернись-то, зараза. Ну да ладно, ребята, давайте посмотрим, прошли ли мы задание, все ли мы выполнили, ничего ли мы не забыли. Да, поздравляю, ты прошел уровень. И, ребята, как видите, мы прошли еще один уровень. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите большой палец вверх. Как я уже сказал, наберем 7000 лайков. И в первую очередь я сразу выложу вот эту карту в описании, где вы также сможете на ней поиграть и сделать операции другим каким-то персонажам. И, ребята, сразу же выпущу следующую серию рубрики «Операции в Майнкрафте». И что самое главное, ребята, пишите в комментарии, кому вы хотите, чтобы я сделал операции. Вашим любимым супергероем, вашим любимым персонажем с каких-то аниме, мультиков, Gravity Falls и много
многое другое, ребята. Какие-то кино, другие персонажи, ребята. Кто вам только придет в голову, пишите в комментарии. Я постараюсь воплотить ваши идеи в жизнь. Да, ребята? Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. И, конечно же, ребята, оставляйте свои комментарии. Как я уже сказал, на самое интересное я буду отвечать. Ребята, еще раз большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.